пока из всех политических партий на сегодняшний день только партия Либерально-демократическая партия России официально выдвинула свой список федеральный и региональный. И вот, как нам сообщила Центральная избирательная комиссия Российской Федерации, в течение 12 часов выдвигали свои списки в ЦИК РФ. Вот. Буквально вчера прошло заседание Центральной избирательной комиссии, на которой они официально, так скажем, приняли решение о выдвижении списка ЛДПР. Вот. На подходе уже партии «Справедливая Россия» и «Патриоты России». На сегодняшний день мы вот говорим о тех цифрах, которые у нас имеются по кандидатам в депутаты Государственной Думы Российской Федерации 7-го созыва. Подписи собирают у нас те партии, которые, вот как я уже сказал, не участвовали в распределении мандатов предыдущего созыва. Всего таких партий у нас из 74, которые официально зарегистрированы, 14, которые без подписей участвуют в предвыборной кампании. По городу Кумертау количество подписей зависит также от избирателей. У нас на территории города Кумертау 51 тысяча избирателей. Эти цифры по данным на 1 января 2016 года. И те, кто у нас участвует в сборе подписей, эта цифра равна по единому округу 280 подписей кандидат должен собрать, если он в списке политической партии, если он выдвигается по одномандатному избирательному округу, он должен собрать от 26 до 28 подписей. Это зависит, опять же, от количества избирателей в одномандатном избирательном округе города Кумертау.